Сейчас о погоде. Здравствуйте, с вами Инга Гудель. Зима снова пришла к нам поздороваться. Прошедшей ночью трещал морозец, но на этом ее визит заканчивается. Дальше вверх по температурному столбику. Итак, на нашем севере завтра днем плюс 10-12, будет малооблачно, без осадков. Ночью около нуля. Ждем туман. В центральных районах и на юге днем 12-14 с плюсом. Тоже небольшая облачность. Ночью от минус 1 до плюс 1. И тоже ночью и утром возможен туман. А послезавтра погода практически без изменений. Разве что ночью станет немного теплее. О погоде все. Удачи вам. Увидимся.